Сейчас, товарищи, звуковой документ времен войны. До сих пор не установлено, кто сделал эту запись. То ли немецкие борцы движения сопротивления, то ли сами эсэсовские палачи. Точно известно одно. Эта запись была сделана в лагере смерти Освенцим зимой 45-го. Слушайте запись. Эта запись, вероятно, сделана на плацу. Людей выгоняют из бараков. Травят собаками. Автоматные очереди по заключенным. Вы слушали звукозапись, которая была сделана зимой 1945 года в фашистском лагере смерти Освенцим.